Всех приветствую. Дима, как и обещал, как приобрету автомобиль. Это мой первый автомобиль. Приобретал я через Диму Крамер Империя. Хотел, конечно, приобрести автомобиль BMW. BMW у меня купили казахи. Дима нашел мне такую Volvo, в кавычках, утопленник. Был сухой, хороший, симпатичный автомобиль. Приобрел я через Диму Крамера. Нашел его в Ютубе. Покупка была как-то у меня поспешно. 2-3 отзыва прочитал. Отзывы были, понятно, разные. Посмотрел его. Вижу, что парень душевный, хороший. Все через него можно работать. Вот вам по доказательству. Услуга 100%. Парень душевный, знает свое дело. Даже предостерег мне от кота в мешке. Я был просто удивлен. Не просто так ему скинул там автомобиль, а он его проверил тщательно. Рассказал про него. Довел. Сказал, что этот автомобиль вам не нужен. Поэтому большое ему спасибо. Очень был доволен этим покупкой автомобиля. Автомобиль реально новый, пробег 35 тысяч километров, как он ко мне пришел, или 32. Сейчас уже 45. Проехал я уже на нем больше 14 тысяч километров. Съездил на остров и обратно. Никаких замечаний нет. Полет нормальный. Одни эмоции получил я от него. Очень в богатой комплектации. Память сидений, монитор, панорама. Блин, вообще суперский. Кожаный салон. Просто все чистенько, все сухенько. Автомобилем просто я доволен. Сынок, как автомобиль? Отлично. Впечатление наше. Суперски. Ну скажи громче. Впечатления классные. Бомба просто. Не знаю, что сказать. 20-е диски. Машина в родной краске. Все супер. Вообще, Дим, спасибо, услугой. Уважаемые зрители, хочу сказать, услугой пользоваться можно. Парень достойный, порядочный, ровный и так далее. Приобретал я его через Диму. Пришел он ко мне в Клайпеду. Я его там забирал. Растамаживал его в Минске, в Калядичах. После чего прибыл сюда, к нам, в Россию, в Тверскую область. Бомба просто. Не могу ничего сказать. Одни положительные эмоции. Хочу еще раз сказать ему спасибо. Пожелать ему удачи. Ему хороших покупателей, хороших автомобилей. Ну и всех земных благ. Дим, спасибо тебе, родной. Очередная покупка только через тебя. Пока.